Уважаемый Владимир Владимирович, обращаемся к вам от имени всех предпринимателей торговых комплексов. Нас объединила беда. Нас более 9 тысяч предпринимателей, более 100 тысяч контрагентов, более 700 тысяч людей, зависящих от нас. 27 апреля наш торговый комплекс заблокировали силовые структуры. Нам запретили работать без объяснения причин. Мы не понимаем, почему малый бизнес, построивший один из лучших торговых комплексов страны, терпит бедствие. Почему? Почему принято решение о ликвидации торгового комплекса, целевое назначение которого соответствует магазинам? Почему? Почему к нам применены жесточайшие меры, сравнимые с геноцидом малого бизнеса? Почему? Почему в качестве помощи нам предлагают переехать на рынки из 90-х? Почему в качестве компромисса нам предлагают возможность работать 5 месяцев в отказ от наших магазинов? Почему? Почему современный комплекс, существовавший более 10 лет, вдруг стал незаконным? Почему? Почему нам отказано в защите наших прав в суде? Почему? Почему выданные ранее разрешительные документы от надзорных органов были аннулированы? Почему договоры аренды, зарегистрированные в юстиции, не значат ничего? Почему? Почему законный бизнес, строившийся поколениями, должен исчезнуть в один день? Почему? Почему нарушаются наши конституционные права? Почему? 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 Просим сохранить наши магазины и не дать уничтожить целый кластер предпринимателей. Предупреждаю, в течение 5 минут просьба разойтись.